Владимир Григорьевич, расскажите, пожалуйста, что за книги у вас в руках? Ну, в кадр их, пожалуйста, показывайте. Это вот наша первая книга. Это для садоводов-огородников. Календарь работ в садах Урала и Сибири без яда химикатов. Вот. Она предназначена для садоводов как раз вот без ядов обрабатывать, отварами, настоями, вот, делать дуст из полыни, там, из пижмы. Вот. Слово дуст иногда пугает, но слово дуст — это порошок. Угу. Вот. Так что вот эта книга. И вот две еще книги или брошюры, как мы назовем. Чуть-чуть вот так вот, чтобы солнце, да, название было видно. Вот. Так. Это лук шарлот на Урале и в Сибири. Вот. Это Елизавета Григорьевна Гринберг, я. И еще сейчас от места Елизаветы Григорьевны работает Татьяна Владимировна Штайнерт. Вот. Вот здесь вот. Что в этих брошюрах, в этих книгах? Этих, это научно-практические рекомендации для фермеров, для садоводов. Как и выращивать по сортам, что там? Да, да, тут описание, характеристики сортов. Описание сортов, агротехника. Здесь все рекомендации. И точно так же, вот, это по чесноку. Это по чесноку. Вот с обратной стороны, это вот как раз плантации лука-шалота для цветущего со стрелками. Вот. А здесь вот чеснок, вот это вверху плантации. А вот с обратной стороны, это вот показано как раз вот, как обрабатывать внизу яровой чеснок препаратом росток, и вверху там росток, вода и сухой. Uh-huh. Вот. Вот такие книги, они у нас пользуются очень большим спросом. Я... Сколько стоит и как их заказать? Это сколько стоит, это в зависимости от количества. Угу. Вот. Как заказать? Выйти на мою почту. Я ее оставлю, можно под этим, конечно, видео, да? Конечно, можно. Ага, отлично. Вот. И в регионы рассылается. Да, в регионы рассылается. Я на самом деле полистал эти книги, и я вам скажу, что там есть картинки. Если для кого-то это важно, книжки с картинками. Обязательно, вот. Потому что, да, вот, сюда, пожалуйста, их, Владимир Григорьевич. В середине там. Вкладочка с цветными фотографиями. Да. Все тут есть. Тут все есть. Здесь все по чесноку. Тут все по-честному. Тут по чесноку сорта, фотографии сортов. Вот здесь. И еще вот что я хочу сказать. Я вот не сказал. Если озимый чеснок вот, посадить весной, то луковицы не будет. Будет вот такое количество, одни листья, мощные листья, а луковицы не будет. Потому что ему надо... Холодное. Холода, чтобы холод, образовалось. Да. Ага. Вот. Вот здесь вот все авторы. Угу. Вот Елизавета Григорьевна, Татьяна Владимировна. Угу. Я с чесноком. Вот. И по шалоту тоже. Тут тоже с картинками. Книжка с картинками. Все это вот описание сортов. Вот. Вот обязательно. Ну и все же, сколько стоит-то, вот если там в розницу купить для себя? Ну, в общем, в розницу где-то от 100 до 150 рублей. За брошюру? За брошюру. Плюс пересылка? Ну, пересылка 50 рублей. 50 рублей пересылка. Да, потому что сейчас полиграфия очень-очень
дорогая. Не, не надо тут извиняться, ничего. Нет, 100-150, то есть все, да. мы живем в таком мире, что непонятно сколько и что. И вот. Цена 150 рублей вполне адекватная. Это самое. Берут и по несколько экземпляров высылаю. И вот, поэтому. А если кто-то попросит с автографом автора? Я делаю. Делаю? За определенную сумму? Нет. Мне просто пишут: Владимир Григорьевич, поставьте автограф. Я ставлю автограф. Это уже, ну как сказать, стало закономерностью. Отлично. Вот. Так что, друзья, кому нужно методические рекомендации по выращиванию лука, шалот и чеснока в Урало-Сибирском регионе, пожалуйста, обращайтесь к Владимиру Григорьевичу. Ссылочка на его почту будет в описании к этому видео. Владимир Григорьевич вам вышлет эти брошюры со своей дарственной надписью и пожеланием больших урожаев. Правильно я говорю? Для чего нам это все? Чтобы были большие урожаи. Правильно, все. А если, значит, нашим уважаемым фермерам кто-то действительно захочет развивать луковый бизнес или чесночный бизнес, также обращайтесь к Владимиру Григорьевичу. Обращайтесь. Я думаю, что вы найдете общий язык. Владимир Григорьевич у нас очень активный, очень доброжелательный и рассказывает все как есть. Так что обращайтесь. Итак, друзья мои, значит, вот сегодня мы были у Владимира Григорьевича. Я говорю, конечно, меня чуть-чуть удивила ситуация, когда наши ученые занимаются выращиванием на своих там 6 или тут, ну не 6, здесь соток здесь. Сколько, Владимир Григорьевич, здесь соток у тебя? 30. Около 30, да, 30? 30 соток, ну не суть важна, на 30 сотках ведется большая государственная работа. Если, а если вдруг у нас смотрят наши какие-нибудь спонсоры, меценаты, принимается у нас помощь какая-нибудь, Владимир Григорьевич, скажи? Принимается. Принимается. Любая. Господа, значит, если вы действительно хотите, чтобы ваше имя вошло в историю Российской Федерации, обращайтесь к Владимиру Григорьевичу, потому что это дело нужное для всех. Итак, всего вам доброго. Вот мы сегодня были на Урале, недалеко от Ревды, это Свердловская область, в гостях у Сузана Владимира Григорьевича, автора более 60 сортов лука и чеснока.